Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье. Ребята, это уже наша орхидейка. Эту орхидейку подарили жене на день рождения. На день рождения дочь подарила жене. Я ее сразу, когда подарила, она цвела. Я отцвелась, я ее пересадил на другой горщик. Извините, была бирочка, как называется эта орхидейка. Но бирочку я где-то положил при пересадке и не нахожу. Может быть, я выбросил с мусором. Все возможное. Так что, ребятка, извините, как называется эта орхидейка, я не знаю. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Красивая орхидейка, которая стоит у нас на окне. Все, пока-пока.